Как вас зовут? Ваше имя? У мошенника много имен, друг. Я был Аланом Сьюардом, Энтони Купером, Тедом Маклареном, Томом Сойером, Луисом Джексоном, Полом... Томом Сойером? Молод был, а Геккофина не было. Имя Сойер женщинам нравилось, очаровывало их. А тебе понравится? Что понравится? Сойер и мое имя тоже. Что это с вами? Вы бывали в Джаспере в Алабаме? А что? Бывали или нет? Да, я бывал в Джаспере. Неужели я и твой папа? Нет. Ты его убил. А? Читайте. Дорогой мистер Сойер. Что это? Читайте дальше. Вы не знаете, кто я, но я знаю, кто вы. И я знаю, что вы сделали. Вы спали с моей мамой, а потом украли все деньги папы. Он разозлился и убил маму. А потом покончил с собой. Бла-бла-бла-бла. Ну и что? Должно быть, это ты написал письмо? Погоди. Ты взял мое имя, потому что хотел отомстить мне. Читайте. Тише, тише. Не кипятись. Слушай, я проворачивал этот трюк 20 раз. Может быть, и твоя мать... Мэри. Ее звали Мэри. Мэри из Джаспера, Алабама. Я помню ее. Она сама умоляла меня взять $38,000 и спасти ее от жалкой семейной жизни. Читайте. Слушай, я взял только деньги. Я не виноват, что твой отец разошелся. Если он совершил самоубийство, тогда наверняка он где-то здесь. Может, ты ладишь вопрос с ним? Дочитывайте! Ладно. Хорошо. Ты хочешь попасть в ад? Хочешь попасть в ад? Спасибо.